Всем привет, друзья! Вы на канале Мама и Я. И сегодня мы играем в симулятор качков 3. Интересно, а что же мы сегодня будем готовить для качков? Я ведь реально не знаю. Может, нам какая-нибудь идея придет? О, тортик! Нет. Забирать уже как-то будет плохо. А может, правда попробовать тортик приготовить? Так, у нас тут есть лава, снежок, космос, лава, снежок, космос. Да нет. А что же мы будем делать? Блинчик? Да нет. Не-не-не-не, не забирай. О, у меня идея. А давайте попробуем. Ну, как бы в Майнкрафт надо попробовать поиграть. И попробовать сделать им броню нубиком. Да, вот только как. Давайте сначала нарубим дерево, так-так. Сделаю серверстак там, деревянную кирку, так, все. Будем добывать булочек. Все, сделал печку, сделал каменную кирку. Так, а где же мы железо добудем? О, точно, я знаю, у нас же железо в космосе завалить. Хотя это не космос. Ребята, это же Марс. А кто знает, ну Марс это планета, где много железа. Там железные домики немного. Так, теперь я уже железную кирку. Пора бы найти золото. А вот и золото мне упадет, чуть-чуть надо. Сейчас, так, сделал золотую кирку. Пора бы. Только, а где же я добуду алмаз? Ну точно, они же у нас прям под носом. У нас же тут необычное море, а алмазное, точно, как же я мог забыть. Так, подойдем сейчас к алмазному морю. Да. Ну не совсем так. Так, я собрал нужное количество алмазов и сделал алмазную броню всем. О, вот тебе я не дам. Привет, так. На, держи алмазную броню. И ты тоже много держи алмазную броню. Держи алмазную броню. Ты тоже держи алмазную броню. Держи алмазную броню. Ох ты, забрал все твои брони алмазные. Держи алмазную броню. Нет, ты девочка тоже алмазную броню. Ну, там вот такое тоже алмазную броню как бы. А вот тебе я накажу. Ну, в принципе, я тут всем уже дал нам. Но задача выполнена, но... Дело-то вот в чем. Дело-то в другом. А. Стойте, ребят, а почему если я вот вам делаю видосы, вы смотрите их без подписки? Ну, мне как-то это не ясно. О, кстати, это челлендж, как сказать, это без собой. Ну, тя-тя-тя-тя. А, где я проснулся? Так, тут какие-то башни непонятные. Ладно, давайте. Вот что мы умеем. Вот. Ой, кто это? Что это? На, получай, я тебя не знаю. Я не помогаю незнакомым. Надеюсь, я же ему не помог. Надеюсь на это. Так. Давайте. Мне кажется, надо идти его атаковать. Что это вообще за место? Я не знаю. Я же вроде... А где я был? Я ничего уже не помню. Ну как я сюда попал? Я хочу домой. А может это сон? Давай попробуем проснуться. Не, походу это реальность. Так, значит. Так, может сюда. Наобдуриваем. Наверное, я думаю, все правильно делаю. Может я гений какой-то? Ну, я не знаю. Ой. Тут наверняка еще как надо. Ай! Но это наверняка не есть. За то, что я им сделал. Так. Давай.
Ха-ха. Так. Ой, а что это такое? Не знаю. Вау! Так. Ау! Вау! А? Как он так стоит? Это какой-то странный мир. Ой-ой-ой! Что тут происходит? Давайте на спарринг. Так, давайте. А! Что это вообще было? Так, и вот так вот. Ну не знаю, мне как-то скучно. Привет. Ой. Ну что ж, так. Интересно. Ой. Что это с ним? А! Так, давайте и вот так вот. Так. И вот так вот. Ой. Ой, а что это происходит? Что это за мир вообще такой? Я не знаю. И на, получай. Переборщил. О, привет. Так, давайте так как-то жить. Не знаю, мне так как-то не нравится. Вот. А. Ой. Что это вообще было? Так, какое-то странное событие. Так, а что тут делать? Они восстановились. Какой-то странный очень вид. Может, а что это за белая штука? Может, это ковер самолета, его надо. Давайте, кстати, к зеленым. О! И это еще что? И неужели это физика? Да нет, навряд ли. Я не думаю, что мне могло присниться физика. Хотя это что, сон или все-таки? Или этот? Так, все. Так, все, давайте. На. Давайте. Ой.
Мне надо слезать срочно. Я так и хотел сначала красным уничтожить. Попробовать. Но уже все поздно. Уже поздно. Нам там, кстати, операция. По зеленому-то чуть-чуть осталось. На, ладно, так уж и быть. Пожалею вас, ну, немножечко. Пожалею вас, красные. Красные помидоры какие-то выросли у меня на грядке. Ой. Это что было за кабум? Кабум произошел? Так. Ой. Я сейчас чуть с Петиного этажа не упала. Петя, а это ты? Это твой дворец? Так, давайте. Так. Ой-ой. Я не хочу это. Как-то так. Надеюсь, попал. Да. И давайте финал. Уже иду говорить. Нет. Не иду. А вот сейчас. Пока. Все, отомстили. Им. Я отомстили. Ну. Самых мощных вырубить. Спать. Так. Давайте так делаем. Вот так. Мы от зеленых за 2 секунды избавились. Так, все. Это мне не надо. Наверное. Так. О, давайте. Так. Я вам помогаю вообще. Тоже. Наверное. Ты что делаешь? Пошел ты. Зачем ты это делаешь? Я не понимаю. Я тебя тоже пока что уничтожу. Так, все, пока. Вырубаю тебя. Сладких снов. Все. Вот все, пока! Так. Ой-ой. Кажется, они меня уже заметили. Все, на! На! Да. И последние остались. Ну все, зеленый вам конец. Берем автопушку, она будет всегда стрелять сама за себя. Там что-то очень непредвиденное происходит. А! Фу! Фу! Давайте им сделаем быстренькую лестницу. Во. Это как
какая-то даже классная лестница! Короче, всем пока.